Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского. Как следует из материалов дела, 32-летний мужчина за покровительство вымогал деньги у наркоторговцев. Таким образом, ему удалось получить 19 тысяч рублей. После инцидента из правоохранительных органов полицейского уволили. Впрочем, сам он вину не признает и заявляет, что его подставили. Сотрудник полиции 1985 года рождения, когда установил, что двое людей незаконно сбывают наркотические средства, то он предъявил им условия, что они должны платить им 15 тысяч рублей в месяц за общее покровительство и попустительство. А он в ответ будет делать все для того, чтобы их не привлекли к уголовной ответственности. В противном случае он обещал немедленно привлечь их к уголовной ответственности и за более тяжкие даже преступления. Кроме этого, органы следствия вменяют вину полицейскому, то, что он, увидев пневматическое оружие у одного из своих оппонентов, открыто похитил его, оставив себе.